Перекрёстка. И сегодня у меня кухня. А кто будет мне помогать? Это Розочка. Да, привет. Я её сестра. Меня зовут Розочка, а её... Меня зовут Жасмин. Мы вдвоём готовить будем на кухне. Сегодня наш гость будет одна семейка. Гость. Студия. Конечно. Сегодня я буду пробовать ваше блюдо. Так, я не знаю, что будете готовить. Мы будем, конечно же, делать ковришку. Да, ковришку хорошо. У меня еще ребенок пришел сюда. Так что я буду одна пробовать. Ну, наверное, буду пробовать с Максом. Ну, ладно. Я же знаю Макса, он в школе у нас учится. Ну, начнем. Для того, чтобы приготовить, нам понадобится кастрюля, с ней вода и, конечно же, ложка. Так, в эту кастрюлю выливаем. Так, что выливаем? А ты можешь достать, пожалуйста? Ой, блин, испачкалась. Надо мыться. Да. Так. Я буду командовать тобой. Хорошо. Так, а ты можешь, пожалуйста, принести мне... белок. И желтки. Хорошо. И в холодильнике. Белок. И желтки. Желток. Еще один желток. У меня же два яйца тут. Ух, все достало. Так. Вот. И куда это теперь? Куда-куда добавляй воду. Хорошо. Ну, для начала насыпь муки. Ладно. Так, где-то у нас мука. Да, добавляй. Ага. Стоп, мешалочек моя. Вот, добавили нашу муку. Теперь нам надо добавить яйца. Да, яйца. Сейчас я добавлю. Так, баночку берем. Сейчас я добавлю. Конечно же, добавляй, добавляй. Так. Белки. И теперь уже наконец-то. Так, а это вроде бы не вода, а молоко было. Точно, я совсем забыла. Угу. Так, теперь добавляем наши белки. Мы добавили туда молоко. Конечно же, муку. Желтки, теперь белки. Добавляем. Так вот, добавляем, можно, конечно, еще и подтолкнуть. Да, все. Так, убегаем корзинку дальше, нам она понадобится, не нужна. Да, я ее, пожалуй, вот сюда. Все, теперь нам надо будет добавлять сливочное масло. Подсолнечное. Ну, оливковые, да. Вот оно. Добавляем оливковое масло. Прям так. Готово. Теперь надо будет добавить немножечко, конечно же, варенье. Я так решила. Ну, добавочка такая. Вот оно, наш варенье.
А еще у него будет как посыпка у нас сверху. Так, варенье, варенье, тики-тики. Все, хватит варенья. А теперь нам понадобится шоколад. Шоколад, вот он, растапливаем. Конечно же, он не настоящий, а подверенный. А какая разница? Вот так вот. Выливаем. Выливаем. Сколько он еще будет идти? Надо потолкнуть. Так, ну все. Шоколад добавили. Размешиваем это все дело. И добавляем еще чуть-чуть ананасового джема. Вот. Все, хватит. Размешиваем. Да, вот так. И дальше размешиваем. У нас получается очень вкусное все. И вот так вот размешиваем. Конечно, что делать? Надо размешивать. И сюда там. Еще чуть-чуть. Размешиваем. Вот, хорошо. Теперь нам понадобится тесто. Как сделать тесто? Это как такой, ну, холодильник, конечно. Так, для теста нам понадобится палочка согнутая, чтобы его так мешать. Ну-ка, я сейчас ее принесу. Быстренько. За мою рукой схожу. Я сходила. Вот она, наша рука. Поставим на стол. Распрямляем. Это откладываем. Теперь мы будем мыться остатки нашего белка. Чуть-чуть. Вот. Копай. Белок. Все, набираем на него муки. Так. Это что за звук? А, сообщение мне, наверное, пришло. Как в том видео парк. Да-да. Это сообщение. Потом отвечу. А сейчас надо еще вспомнить. И сейчас я достану все, что надо. Где тут мои? Яс. Готовые. А, вот. Ой, наконец-то я тесто это достал. Разминаем. Катаем шарик. Вот он, этот шарик. А теперь можно его кинуть в нашей, конечно же, муки. Еще раз мять. Придадим ему форму. Так, шарик. Привет. Опять сообщение. Это что такое? А, это с вайбера теперь. Телефон забыл отключить. Вот сейчас точно отключу. Пик-пик. Все. Не отключила, что ли? Где дурацкий телефон? Теперь хоть отключила. Вот так вот катаем. И можно сверху посыпать. И по бокам.
Вот такой блинчик у нас получился из теста. Теперь пора его так сделать. Надо нам полить его шоколадом. Такой вкусный, наверное. Нет, надо полить. Так. Еще надо полить. Конечно, надо поливать его шоколадом. То есть это что за ковришка такая? Да что тут у нас торт-пирог? Ну, ковришка у нас. Так, еще чуть-чуть. Это шоколад бетовский. Ну, все, ладно. Вкусно. Пора мыть. Все. Пол хотя бы вытягу. Что ж у нас пол моющий? Так, сидите вот. Плеваем шоколадным вареньем. Так, торт, то есть ковришка готова. Осталось только поставить в духовку. Или это не духовка? Сейчас посыпем только его. Еще, чтобы он не прилипал. Конечно. То же самое рукой. Так, ну все. Тик-тик-тик. Все, он жарится и варится. А я пошла отмываться. Ой, я дома отмою еще. Так, пусть он пока варится, а мы пока шашлык сделаем для того, чтобы нам шашлык. Вот это уже шашлык. Да, я его уже поджарила. А теперь обмакнем шоколад. Шашлык в шоколаде, что-то новенькое. Его надо приблизить к палочке. И обмакнулась. Вот так. А, теперь ставить сохнуть. Вот тут. Да-да-да. Все чумовые. Еще бы мне сверху мукой посыпали. А теперь точно чумазые. Ладно, пока к варенью будем делать варенье. Я сейчас покажу, как делать варенье. Нам для этого понадобится. Ну, вот тут будем делать. Конечно же, опять ананасовый джем. Вот, наливаем. Налили. Теперь нам понадобится мука. Муку. Сейчас будет мука. Так, где тут наша? А, вот она. И муку сейчас. Вот мука добавляем. А, все. Класс. И будет краситель. У меня сейчас густой варенье будет. Ну, я добавлю взбитые сливки. Сейчас добавлю взбитые сливки сюда. Ну, все, взбитые сливки. Размешиваем. Тщательно размешиваем. Надо очень хорошо размешать. Я вся чудо-мазанья.
Ну, как хорошо, что еще варенье не полили. Ага. У нас получается варенье. Еще того варенье можно добавить. А, дурацкий телефон. Что ему надо? Ту-ту-ту-ту-ту. Все. Я отключила. Это мой звонок, когда отключаешь. Если еще раз наберут, то я отключу его до конца. Не только звонки, но и все. У нас получилось варенье. Вливаем его сюда. А еще не забудем. Так, он уже приготовился. Вот он у нас. Ну все, так, теперь же из тебя поливаю. Сверху варенье. Класс. Вот так тортик. А то что за торт такой? Я все чумазая. Надеюсь, что краску не съест. Еще тут можно вмешать. Пойдемте посмотрим еще, что мы сделаем с вот этим. Когда можно что приготовить? У вас что-то очень грязно тут. Ой, извините. Вы тебе зубы не приглашали? Нет. Пригласи. Ну, вот что получилось у нас. Ага. Ну, у нас очень вкусный. Сейчас могу посмотреть в зеркало на телефоне. Ой, какая я грязная. Мне пора отмываться. Ну, может, это пробуй. Да. Чего? Да. Пробуйте. То есть, Макс. Ты хочешь пробовать? Да, конечно. Я тоже хочу попробовать. Все измазались. Ну, как так? О, пошли. Еще не все. Еще буду готовить. В следующем видео. Всем пока. Это был канал Супер Блестка. Все.